Сегодня первый раз попробовал в транзитный вот-вот тонкого кабеля плоскача 1,3 кН. Также посадил на него дополнительную термоусадочку. Все, она уселась очень хорошо, увеличила диаметр кабеля. И все это великолепие завели в транзитный вот. Все, поставили прищепку клеевую. В общем, очень-очень надежно, плотно, крепко можно использовать. Ну и также продолжаю развиваться, учусь аккуратно укладывать волокна в таких муфтах. Вот сейчас получается очень красиво. Вот. Еще раз расскажу. Когда подмеряю, волокна оставляю вот здесь, прям с оборота сюда вот выходит прям. И вот здесь обрезаю, не на середине. И с этой стороны обрезаю здесь. Если, когда лак снимаешь, не ломаешь концы волокон, получается очень красиво. В принципе, радиусы там довольно такие большие, допустимые. Мне нравится.